В области ЖТСУ растет заболеваемость корью среди населения. На сегодня лабораторно подтверждено уже 417 случаев, по словам специалистов. Если на начало ноября еженедельно заболевало до 10 человек, то на сегодня уже до 80. В основном болеют дети до 5 лет, а среди взрослого населения те, кто были в контакте. Сейчас в очагах привито больше 400 человек. По области больше 2300 детей. Сейчас в регионе началась кампания по иммунизации 200 медработников. Самое главное у нас профилактическая работа – это вакцинация. На сегодня имеется 42 000 доз. Это количество достаточно и для проведения массовой иммунизации, и для плановой.